В Хорезмской области прошел семинар по организации качественного посева семян зерновых культур под урожай 2024 года. Уделено внимание проведению соответствующих мероприятий и завершению посевных работ в короткие сроки. В Хорезмской области планируется засеять 33 200 гектаров земли озимыми зерновыми культурами в междурядье хлопчатника. Прошлогодний опыт дал хорошие результаты, и теперь по этой схеме планируется сажать урожай на 2024 год. В результате аграрии сдали 12 тысяч тонн зерна. Например, фермерское хозяйство Хорезм Фахры в Янгибазарском районе дало 107 центнеров с гектара. Аналогичные результаты фермеров были продемонстрированы на семинаре, проведенном в поле фермерского хозяйства Рахамберген Ходжи Анбар в Хивинском районе, где была подчеркнута необходимость эффективного использования водосберегающих технологий. Завершить сев озимых зерновых на контрольном участке планируется к 20 сентября. С точки зрения сохранения воды, дождевальное орошение является очень хорошим методом для выращивания пшеницы. Наши аграрии приобрели этот опыт, и теперь нам нужно переходить на такой метод орошения. Чем выше урожай, тем больше фермеры освоят и возместят затраты на передовые оборудования и технологии. Под урожай 2024 года мы планируем посадить в нашем регионе 12 зарубежных сортов и 3 местных. В этом году мы собрали семена на 33 200 гектарах земли. От них на сегодняшний день собрано от сортировано и обработано на нашем складе 8032 тонны семян. Мы вырастили эти семена, основываясь на спросе наших фермеров, выбрав пригодность к погодным и стрессовым климатическим условиям. На этом семинаре в качестве выставки также была представлена технология дождевального орошения. Она широко применяется в Хорезмской области. Только в прошлом году эта технология была использована на площади 3800 гектаров, и урожайность повышена до 15-20%. Кроме того, были сэкономлены и переработаны водные ресурсы для повторного использования. Устойчивое развитие и модернизация сельского хозяйства является ключевым приоритетом макроэкономической стратегии страны, нацеленной на экономический рост и повышение уровня благосостояния населения. Новые методы увеличения объемов урожая, внедряемые в Хорезмской области, дают хорошие результаты. Планируется использовать данный опыт и в других регионах страны.